Визуализируйте свой успешный повтор. Каждый по-настоящему великий спортсмен в мире практикует какую-то стратегию визуализации. Для вас это тоже может стать одной из успешных стратегий, которой стоит уделить внимание. Самые успешные атлеты уединяются, чтобы подготовиться мысленно перед большим событием. Они визуализируют свои успехи, доводя все свои цели до совершенства. Они представляют, через что им нужно будет пройти, и визуализируют конечный результат. Попробуйте этот метод для своей следующей силовой тренировки. Прежде чем зайти в спортзал или даже непосредственно перед началом подъема штанги на бицепс, уделите несколько минут визуализации и представляйте, как вы поднимаете вес. Вы прочно программируете свой мозг на успех и укрепляете уверенность в своих способностях. Чем чаще вы тратите время на визуализацию своих результатов, тем лучше будет работать этот метод. Естественно, визуализация не сможет волшебным образом добавить диски к вашей штанге во время приседания. Однако, если вы изо всех сил пытаетесь осилить дополнительные 5 кг на штанге, визуализация может быть тем, что вам нужно для достижения своей поставленной цели. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья!